Смотри, Ма, ты только посмотри, вершина мира в который раз.
пулемету! Здесь Скорпион! Кто-нибудь, встаньте к пулемету! Смотрите, это Скорпион! Меня зовут Боло Сантози. Я вождь революционной армии жнецов. Наша цель – освободить народ Панау от оков тирании. И, объединившись, подняться с колен. Говорят, ты набираешь способных товарищей. Ты ведь Скорпион, да? Говорят, ты очень способный. Говорят, я лучше всех. Конечно. Почему ты хочешь поддержать наше дело? Буду честен, товарищ. У меня свои причины. Мне велено найти и убить одного американца. Возможно, я смогу помочь тебе в этом. Кто он? Очень опасного человека, за голову которого назначена награда. Но чтобы сделать это, мне нужна помощь твоей организации. Говорят, вы лучше всех умеете добывать информацию. Вполне справедливо. Верно. У нас есть глаза и уши везде. Так же верно, что жнецам нужен человек твоего класса. Думаю, мы договоримся. Я готов к любой грязной работе, какая только у вас есть. А ты сообщишь мне обо всем, что услышишь. Думаю, мы договорились, товарищ. Значит, ты хочешь быть товарищем жнецов. Тогда слушай. Эта свинья, президент Панау, постоянно ищет новые способы угнетения народа. Высоко в горах есть место под названием Гунунгилапанкат. Станция, где военные занимаются исследованиями. Разреженный воздух подходит для исследований реактивных двигателей и ракетного тока. Эти секреты пошли бы на пользу народной борьбе. Поэтому нам нужно захватить этот комплекс для жнецов. Помоги нам захватить эту гору Скорпиона, и мы можем стать друзьями. Ступай своими. Твоя задача? Охранять меня, пока мы не попадем во внутренние помещения. Там я смогу попасть в систему, взломать коды доступа и захватить эту станцию. Мы выдвигаемся. Скорпион, помни, меня надо охранять. Штурмуем следующую баррикаду, товарищи. Нужно двигаться дальше.
Вход заперт. Скорпион, проберись туда и открой его изнутри. Держитесь вместе, товарищи, и входите! Противник на территории комплекса! Всем отрядам выйти на связь! Враги наступают! Остановите их! Этот вертолет нас на куски порвет! С ним нужно срочно разобраться, Скорпион! Можно двигаться дальше. Товарищи, нельзя останавливаться. Сегодня у нас в руках пистолеты. Завтра это будут ракеты. Он мертв. Орудийное гнездо. Скорпион, займись им. Я его вижу. Тебе конец. Я его вижу! Укрытие! Граната! Победа! Теперь выдвигаемся! Враг мертв! Теперь повеселимся! Штурмуем следующую баррикаду, товарищи. Нужно двигаться дальше. Тысяча дьяволов! Еще одно орудийное гнездо! Скорпион, поработай-ка! Вижу врага всем постам! Огонь на поражение! Пушки кранты! Можно двигаться! Мы на месте. Скорпион, защищай меня, пока я взламываю систему. Контролем. Тебе конец. Все заступки лица, относящиеся воле Куба, считаются вражескими войсками. Триад на поражение.
Превосходно. Эта станция будет крайне полезна для нашего дела. Ты меня радуешь, Скорпион. Продолжай в том же духе. И ты увидишь, что и я могу тебя порадовать. Товарищ, у меня для тебя есть кое-какая информация. Группа независимых повстанцев в джунглях связана с неким Белым Тигром. Он соответствует описанию американца, которого ты разыскиваешь. Так вот, передай всем, что я ищу Белого Тигра и готов платить за информацию. Слепят красота и сила Болу Сантози. Она, конечно, хочет революции, но со своим личным богатством никогда не расстанется. Она беззаветно любит деньги и никому не позволит встать на своем пути. Ученые из Института вулканической активности сообщают, что взрывы в горах Гунунг-Лапанкат являются небольшим извержением доселе неизвестного активного вулкана, который не представлял никакой угрозы для населения и уже исчез. Ну, это было обалденно. Слушай меня. Тот, кого ты ищешь, дружит с бандой повстанцев в джунглях. Под предводительством человека, известного как Белый Тигр.
Слушай, Сердаду, проявился человек, которого ты ищешь. Он поддерживает контакт с группой повстанцев под предводительством некого Белого Тигра. Начальник полиции опроверг слухи о том, что скандально известный террорист и серийный убийца Белый Тигр был замечен в столице. Белый Тигр просто выдумка, заявил шеф полиции. И когда мы его поймаем, сразу же казним. Слухи о беспорядках и волнениях на улицах Панау также не соответствуют действительности. Они потом про это еще книжки писать будут. Белого Тигра видели вчера во главе отряда террористов, напавшего на здание фермерского союза в Дусун-Бисаре. 50 фермеров были убиты и более сотни ранены в ожесточенной схватке. Слухи о том, что Белый Тигр бегал голышом в гуще сражения, стреляя из автомата, не подтверждены. Враг обнаружен! Прошу поддержку! Thank you.
Круто! Сэр Даду, мне срочно нужна помощь. Один из моих людей следил за правительственной таможней, но он попался. Ему нужно быстро покинуть страну. Забери его и приведи на взлетную полосу. Оттуда мы его заберем. Пожалуйста, на помощь! Сюда! Прекрасно! Теперь уходи с мостика с моими людьми! Благословений тебе, сэр Даду. Задача исполнена.
Поторопитесь! Помощь скоро будет! Мне сообщили, что ты ищешь Белого Тигра. Я знаю, что до недавнего времени известный аферист по имени Кэм Панк работал на него. Если ты хочешь найти Кэм Панга, думаю, тебе стоит поговорить с информатором в Ленкук Сунгай. Он скажет тебе, где искать, за определенную цену.